Всем привет, с вами канал Super Android, и сегодня у нас приложение, которое называется Enquire, приложение, которое позволит вам удаленно получить доступ к изображению с другого Android устройства. Все довольно-таки просто. Приложение должно быть установлено на одном и втором Android устройстве. При первом запуске вам необходимо выбрать, что вы хотите сделать. В данном случае мы расшарим экран LG L90 на экран LG G4. При первом запуске необходимо выбрать шары, на втором Access. Получаем код на первом смартфоне и вводим данный код на втором Android устройстве для того, чтобы получить доступ к изображению. Скажу сразу, что приложение не требует root прав и не позволит управлять. То есть данное приложение даст возможность только просматривать видео и делать заметки на экране. Работает как по Wi-Fi, так по 3G и 4G. Можно включить микрофон, то есть вы сможете голосом сопровождать то, что вы будете показывать на другом устройстве. Все довольно-таки просто. Получив изображение на втором Android устройстве, вы сможете, обводя или делая тап на изображении, показывать пользователю, которым расшарил свое изображение на ваш смартфон, что делать. Просто коротенькая демонстрация для того, как все это дело работает. У меня подключение по Wi-Fi, но, как я уже сказал, работает по 2G и 4G. Приложение великолепно справляется, не было никаких лагов, подергиваний, то есть вот так все это дело выглядит. Вы показываете пользователю, что делать, он осуществляет действия на своем Android устройстве, и параллельно вы смотрите, как все это дело происходит. Пока программа находится в стадии бета-тестирования, но уже доступна для скачивания в Play Market. То есть, зарегистрировавшись в сообществе Google+, вы сможете скачать данную программу на свой Android смартфон. Вот видите, что работает без root прав, поскольку на первом смартфоне LG L90 root права не получены. Хотелось бы отметить, что разработкой данного приложения занимается автор и создатель таких популярных приложений, как Allcast и Clockwork Mort. То есть это довольно-таки известная команда, которая разработала уже довольно-таки много удачных проектов. Еще раз хочу отметить, что приложение не дает возможности управлять. Вы сможете только обрисовывать и указывать, что и где нажимать, и контролировать, плюс голосовой чат. В любой момент сессию можно закончить. В приложении можно отправить линк и код для подключения на втором смартфоне при помощи подменю шары. Копировать линк в буфер обмена. Сейчас мы подключимся в другую сторону, то есть мы будем изображение с LG G4 транслировать на LG L90. Поскольку на LG G4 у меня QHD экран и изображение, которое транслируется, занимает все-таки приличное количество мегабайт, сам трафик большой, да и LG L90, он не настолько мощный смартфон, чтобы справиться с таким потоком, но все-таки все сработало, немножко подфризило. Вот мы даем код на второй смартфон. Не забудьте, если вы будете тестировать на своих Android устройствах, для того, чтобы провести трансляцию в обе стороны, вам необходимо будет сначала закрыть приложение и подключиться по новой. То есть в любом случае, если вы хотите переподключаться, необходимо закрыть приложение на одном и втором устройстве. Ссылки на сообщество Google+, я оставлю в описании видео. В любом случае, вам необходимо присоединиться будет к сообществу, если вы захотите протестировать данную программу. И дальше просто коротенькая демонстрация, что в реальности приложение работает в обе стороны.
То есть достаточно того, чтобы приложение было установлено на одном и втором Android устройстве. Просто при выборе вы должны выбрать, что надо сделать: расшарить или получить доступ к изображению. Еще раз повторюсь, что работает микрофон. Я просто продемонстрировать работу микрофона не смогу, поскольку смартфоны находятся рядом и идет ужасный писк. То есть идут аудионаводки, поэтому все вот в таком беззвучном режиме. Как видите, что то, что, о чем я уже говорил, что довольно-таки большой поток данных с LG G4, и вот здесь у меня на L90 немного была задержка. Ну, в общем-то, в принципе, все работает, и поскольку программа еще все-таки в глубоком бета-тесте, довольно-таки неплохие результаты уже на сегодняшний момент. Будем ждать релиза, когда выйдет приложение. Ну и на этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!